Как известно, Новочебоксарск вошел в федеральную программу поддержки моногородов. Что сделано в этом направлении, обсуждали на специальном совещании. Моногород – населенный пункт, жизнь которого практически полностью зависит от крупного градообразующего предприятия. Новочебоксарск как раз относится к их числу. Для поддержки таких городов в России действует специальная федеральная программа. По ней городу-спутнику выделили более 2,5 миллиардов рублей. Их город тратит на развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры. Это строительство водопроводных, канализационных и тепловых сетей. Развивается малый бизнес, сокращается очередь молодых семей на улучшение жилищных условий. Впрочем, отметил глава республики, остались и проблемы. К примеру, на рынке строительства жилья нет достаточной конкуренции.